Здравия желаю, товарищи соотрядники. Примите поздравления в связи с 4-й годовщиной отряда АТИМ. 2 сентября 2013 года, в период альфа-версии Арма-3, отряд АТИМ был основан людьми, желающими играть командой для достижения максимального результата при выполнении боевых задач. Этого принципа мы придерживаемся и по сей день. Внутри отряда имеется боевой устав, документ, в котором описаны основные правила для обязательного исполнения всеми членами отряда. Во многом благодаря поддержанию дисциплины мы до сих пор крепко держимся на ногах. Коллектив отряда по большей части состоит из взрослых людей с разными характерами и жизненными устоями. Семейных и нет. Но приходя на игры, все это отбрасывается. И все мы превращаемся в бойцов, готовых выполнять приказы своих командиров. В этом и заключается Арма-3, какой мы ее знаем. Недружелюбный к своей аудитории, но такой притягивающий. Отряд АТИМ с начала его основания участвовал во многих ТВТ-проектах. Некоторые из них закрылись, другие объединились и существуют по сей день. И только самые старые, в кавычках, члены отряда помнят, с чего все начиналось. Как мы ждали релиза Арма-3, потом жаловались на слабые ПК, как ввели первую нотку хардкора в виде АГМ, предшественника Ace, как ждали выхода РХС, чтобы уйти от футуристичных войск ванильной Арма-3. Все это интересный, а порой утомительный путь в развитии одной из лучших игр, который продолжается вместе с нами и по сей день. Впереди АТИМ ждет много событий, связанных как с отрядом, так и с игрой. Как говорится, будем посмотреть. Спасибо за внимание. Вольно, бойцы.